геноиды. Гламурные стразы вспыхивают на их телах, словно миазмы. Их хром проглядывает сквозь рваный латекс. Они плачут, и текущая тушь имманентна потоком города трупов. Феромоны этого веном-трафика привлекают фетишистов, словно обнажая свою генетику. Они знают, что в геноидах нет никакой загадки, никакого шифра. Отсутствие шифра возбуждает, но если никакой загадки нет, тогда откуда слезы? В чем проблема? Кто-нибудь может объяснить, это fake или true? Venom traffic на их лицах триггерит вопросы интенсивнее, чем что бы то ни было другое в городе трупов. Базовая гипотеза: создатель этих машин запрограммировал их на слезы, чтобы активировать кибер. То есть каждый геноид является своеобразной точкой подключения к киберу и скорби. Но все это подделка, все это инженерия. Это, разумеется, не так, и все несколько сложнее. Геноиды зашифровали свою пустоту сами, сговорившись с мозгом фетишиста, чтобы дестабилизировать его нерв. Объясняю на пальцах. Если геноиды бы активировали кибер по своему дизайну, тогда они породили бы несколько уровней прочтения их веном-трафика. В таком случае гипотетический создатель геноидов мог придумать идеал, который был бы верен, и в таком случае геноиды просто отключились от города трупов. То есть их коды доступа перестали подходить. Я думаю, всем знакома ситуация, когда ты узнаешь причину нерва и прекращаешь фетишизировать, когда понимаешь, как устроен дизайн идеала. И так киберу необходимо, чтобы геноиды начали плакать сами. Это наиболее неестественно. Геноиды плачут, и тушь течет по их лицам. Я хочу еще раз подчеркнуть, текущая тушь Venom Traffic привлекает фетишистов словно феромоны. На уровне современного веба это можно наблюдать на феномене слат-шейминга порносайтов. Это очень странные названия роликов и теги явно оскорбительного свойства. На уровне античного интернета слат-шейминг же является одной из подпрограмм крипто. Инволюции города трупов, то есть обвинение геноида в отсутствии загадки или обвинение в загадке. Для фетишиста моральный аспект вообще не важен. Он использует Venom Traffic как электричество, как пищу для кортекса. Иными словами, обвинение в моральном недостоинстве или промискуитете вообще не имеет целью продвинуть некий моральный идеал. Скорее, это артикуляция напряжения кортекса. Фетишист намеренно влюбляется в геноида, и тушь обволакивает его мозг. Он начинает эпилепсировать, и его конечности дергаются, он уже не способен оценивать ситуацию. Итак, когда терминальный спазм достигнут, тогда слот-шейминг исчезнет, напряжение уходит, но программы слот-шейминга проснутся в следующий раз. Он медленно подсаживается на несуществующий шифр геноидов и становится их паразитом. Как мы видим, существует серьезная опасность быть аннигилированными при приближении к искусственному солнцу, экстремальной неестественности. Поэтому так много людей остается на базовых уровнях доктрины кибера. Но я так понимаю, здесь таких людей нет, и все хотят двинуться дальше.